Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Ситуация с коронавирусом во всем мире резко ухудшилась. В странах Европы ежедневно фиксируют рекорды по приросту новых случаев заражения COVID-19. В числе этих стран находится Германия, где третий день подряд фиксируют наибольшее количество новых случаев ковида от начала пандемии. Только за последние сутки в ФРГ подтверждено 7830 новых заражений. Это абсолютный антирекорд с начала пандемии. На это экстренно отреагировала канцлер Германии Ангела Меркель. 17 октября она в срочном порядке обратилась к немцам по всему международному сообществу с важным предупреждением о том, что впереди всех ждут трудные месяцы борьбы с инфекцией. В связи с опасностью Меркель призвала немцев сократить свои социальные контакты, воздержаться от поездок и вообще оставаться дома, если есть такая возможность. Встречайтесь как можно с меньшим количеством людей, будь то дома или за его пределами. Откажитесь от любых путешествий и празднеств, которые не являются насущно необходимыми. Пожалуйста, оставайтесь по возможности дома, по месту своего жительства, говорится в обращении Меркель. Канцлер Германии признала, что это суровое ограничение, но напомнила, что оно носит временный характер и направлено исключительно на сохранение здоровья и жизни людей. Это ограничение осуществляется в конечном счете ради нас самих, ради нашего здоровья и здоровья всех тех, кого мы можем избавить от болезни. Это нужно для разгрузки нашей системы здравоохранения, для того, чтобы школы и детские сады оставались открытыми для наших детей, для нашей экономики и наших рабочих мест, пояснила Меркель. Канцлер ФРГ подчеркнула, что Германия уже вошла в очень серьезную фазу пандемии, которая сейчас распространяется быстрее, чем в самом начале около полугода назад. Расслабленное лето осталось позади. Теперь нам предстоят трудные месяцы. То, какими будут наша зима, Рождество, решится в предстоящие дни и недели. Мы должны сейчас делать все, чтобы избежать бесконтрольного распространения вируса. Важен каждый день. Каждый может содействовать снижению заражений путем соблюдения минимальных стандартов и правил гигиены. Подытожила она. Напомним, с начала пандемии в Германии зафиксировано более 356 тысяч случаев коронавируса. Почти 10 тысяч из которых завершились летальным исходом. Всего в мире подтверждено почти 40 миллионов случаев заражения. За последние сутки в мире диагностировали более 413 тысяч новых случаев. Это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Большее количество больных растет в США, Индии, Бразилии, Франции, Аргентине, Великобритании и России. Германия в мировой статистике по ежедневному приросту больных находится на 14 месте. Украина на 16. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!